Всем привет! 4 января 2022 года. Приехала посылка с Франции. Это еще посылка должна была приехать до Нового года. Она, как я смотрел, несколько дней была в Альпах на границе. Такое ощущение, что вскрывали. Будем смотреть. Здесь тетрапанера очаживая. Вот это вопрос. Так, больше ничего. Но он посылал обычной почтой, поэтому и долго ехала. Еще плюс эти праздники. Не знаю, такое ощущение, как пробирка разбитая. Это он утеплитель, я так понял, поставил. Так, вижу рабочих. Живы они. Есть хорошие новости. Этот год начался и живой. Королева живая.
солнце, слушайте, очень светит и чихать хочется. Так, Крылёв, секундочку. Вот. Все хорошо у них. Сейчас покормлю. Все супер.